Помните, мы рассказывали о том, что Луина и Бибо изрядно замерзли во время съемок клипа на их совместную песню. Но все было отнюдь не зря. На днях состоялась презентация «Ека Журек». Закоса однозначно под Кентала и Санду не было. Не, песня-то раньше вышла. Мы-то раньше песню записали. Вообще раньше, а идея, конечно, позже. Ну, я думаю, ты ответишь на этот вопрос, коллега. На самом деле, как это приходит? Мне очень нравится творчество Луины. Мне нравится ее голос. Я очень уважаю ее как певицу, это в первую очередь, да, во вторую очередь она мой близкий друг. Сама песня была записана еще 2 года назад. Изначально эта песня киргизская, это песня, наверное, лучшего исполнителя и нашего друга Мирбека Атабекова киргизского. Вот, и он однажды решил подарить нам эту песню. Все так говорили. Че ты раскрываешь секреты? Ладно, я спекал. Вот так вот не делай, они же все это потом подумают. Не, подарить. Снимать клип было решено целых 1.5 года назад. И такая задержка связана с вполне объяснимыми причинами. Мы вообще не думали на нее снимать клип. И так пришла идея, в принципе, как и Бибо, так и сразу моему продюсеру. Я здесь была не в теме немножечко. Я уже по факту была немножко информирована. И поэтому решили это сделать. И я думаю, что мы сделали правильно. Ну, на самом деле, банк одобрил кредит. Наконец-то. 1.5 года мы ждали. И да, этот дуэт явно не последний для Луины и Бибо. Я вообще сама, можно я скажу о себе, как исполнительница, я очень люблю дуэты, особенно с мужчинами. В принципе, у меня дуэты только с мужчинами, там, не считая пару девочек, которые еще не заявлены, песни наши дуэты. Поэтому обязательно с Бибо, тем более, потому что я обожаю его как исполнителя. Ну а пока мы ждем дальнейших плодов совместного творчества от этих исполнителей, предлагаем вам посмотреть их новую работу в эфире нашего телеканала, а также официальном канале Gaku TV в YouTube.